Он финала так и останется в тройке невелик. Уже хотя бы потому, что здесь выступает и ее соотечественница Любовь Черкашина. Вот она, выводимая Ириной Липарской. Гордо выдвигается на ковер. И потому, что в этом финале выступит еще одна российская гимнастка. К слову, это не Дарья Кондакова, выигравшая две серебряные в первый день соревнования, а Дмитриева. Но, в общем, Станюта рискует остаться без медали, рискует сильно, а Черкашина только начинает свое выступление. Ну что же, Черкашина обошлась без потери мяча, и обратите внимание, на это сразу отреагировала публика. Безусловно, зрители были рады тому, что они видят такое высокое мастерство и такой отменный артистизм, но еще они после потери у другой белорусской спортсменки опасались, наверное. Их опасения, к счастью, не подтвердились. Вся в цветах. Любовь Черкашина, а тем временем скандируют «Россия, Россия». Лисан, скажи, пожалуйста, а вот когда ты оказывалась сидящей на трибуне во время выступления соотечественниц, ты скандировала, размахивала руками или пребывала в напряжении, или тебе было все равно, ведь не ты выступаешь? Денис, знаешь, отвечу так, что эмоции были жуткие в плане того, что да, я не выступаю, но я ощущала вот то, что я – это наша большая страна, поэтому я всю энергию выкладывала в свои аплодисменты, в крик, в дуделки. Вот, и была я самой яростной такой вот заводилой на трибунах, можно сказать. Любовь Черкашина уступает пока и Гараевой, и Станюте.